Вот, друзья мои, и первые снегири прилетели. Посмотрите, какие красивые птички у нас. Вот, посмотрите, какие у меня голуби красавцы прилетают. Так сидят, как корм даю. Они тут как тут и караулят. Не жалко. Пусть кормятся. Вот, друзья мои, хочу в этом видео показать птичек. Тех, которые я видел летом, осенью. Посмотрите, покажите своим деткам. Будет интересно. Приглашаю. Сойка, пересмешница. Какая красотка. Ну надо же. Вот это супер. Красоточка. Давай ближе. Ну модель. Ну модель, натуральная модель. Ну, поглядывай, опа, все. Ух ты, интересно, как называется, не знаю. Смотри, к ней пуганые, прям и, надо же, какая красотка. Смотрите-ка на нее, модель. Пау. Какая красотка прилетела. Семечки. Шавели кушает. Работает. Красивая птичка. Две. А качаются. Такая птичка. Какая, не боится. Супер. Трясогузочка. Иди, 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 бежишь. Иди. Все ближе, ближе ко мне. Ну, как бегать быстро. Наблюдаю за птичкой. Трясогузочка. Трясогузка. Красивенькая. Какая шустрая. Иди, иди. Бегом, бегом, бегом. Красоту наводим. Чистимся. Какой ее. Так вот. Ну.
красивенькая. Это все побегла. Пошел дождик, спряталась под деревом. Ну интересно, снимаю. А им вот нипочем. Такие красивые. Замочит. Умываются. Фистюли. Вот трудяга. Но очень высоко сидит. Руки у меня трясутся. Ну, вот она. Такой шикарный ястреб летает. Такие красивые голуби, белые. Смотрите, какой ворон гуляет в парке. Так близко подпускает городские жители. Вот такой вот. Интересненько. Большой, старенький. Ну, пошел гулять. Питается чем-то. Смотрите, какая сорока ходит. Гуляет. Утя. Вот какая красивая. Тут вот ворон. Ну, напугался. Побежал. Интересно, сейчас сороку посмотрим, она найдет. Вот она. Вот она, красоточка. Ага. Ну. Вот они парочка гуляет. Ну классненько. Не особо не боятся. Ну спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео наших птичек. Всем пока. С вами был Владимир. Всем мира и добра. Вот он у меня на поленнице так и сидит. Такой красавец. Давайте поближе его еще посмотрим. О, какой! У какой охохлился. Ну, глазки моргают. Красивые все-таки они у нас.